А вот виды спорта, которые выбирали ваши дети, они в контексте демократуры, которая в семье, обсуждалось это с родителями, с отцом, или здесь им был дан карт-бланш? Учитывая, что оба богатыря занимались борьбой, конечно, карт-бланш. Куда я их приведу? Я приведу их туда, где все понятно, где я разговариваю на одном языке, понимая, что возникает обременение неимоверное. С такой фамилией вообще на ковер выходить, в общем-то, не самое интересное. Да, это очень сложно, кстати. Конечно, вот, это огромное бремя, огромный гнет. Вот. То, что происходило с дочерью, это уже решение, конечно, в большей части жены. Потому что именно она... Опять же, жены, но не ее собственное не решение, не дочери. Когда приходит гимнастика? Вот вы сейчас так укусили губы, пытаясь меня опять столкнуть на какие-то личные подробности. А все же очень просто. Все очень просто. Во сколько лет приходит? В 3-4 года в художественную гимнастику приходит. Может человек при огромных способностях к акселерации сам для себя определить, что он в этом возрасте неудержимо, неумолимо хочет заниматься именно гимнастикой. Или там, я не знаю, борьбой пускай, чем угодно. Там, или рисованием, шашками стоклеточными. Или, например, вот очень хочет он в 3 года выучить китайский или английский язык. Но это же все равно, это данности, которые предлагают и на которых настаивают те, кто отвечает за происходящее, то есть родители. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но преподаватель добр к тебе. Иногда в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задано, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет. Подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Ведь многие участники вот вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько самососредоточены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот, и предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно. И от здравого смысла, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас.